Министерством внутренних дел уделяется повышенное внимание обеспечению правопорядка в местах массового отдыха граждан, особенно вблизи водоемов. Чтобы отдых не стал трагедией, соблюдайте простые правила безопасного поведения. Следите за личными вещами и не оставляйте их без присмотра. Купайтесь только в разрешенных и специально оборудованных для этого местах. Заходите в воду только в трезвом состоянии. Особое внимание уделяйте детям, не оставляйте их без присмотра. Не заплывайте за буйки и далеко от берега. Не купайтесь в темное время суток, а также в местах сильного течения. Напоминаем, что за купание в запрещенных местах, распитие алкогольных напитков, а также появление в общественном месте в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность. Сделайте отдых полезным, здоровым и безопасным. Берегите себя и своих близких.